Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Робби, ОлТВ, Плеймарк, Дэн, Фуфло какой-то, Медвежонок, Гафака, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, всем привет. Привет. Всем летики. Всем привет. Всем та, а я уже забыл, когда мы записывали классную рубрику «Хэдкрабы в школе Балди». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Серега, ты думаешь, ты уйдешь? Я убежал. А, молодец, я думал, мы тебя замочили. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь в Инстаграм, заходите в наш Дискорд, пообщаемся, ссылочка где? В описании. Да, давайте уже в Дискорде добьем до 50 тысяч. Осталось немножко, пацаны, давайте, девчонки, залетайте в Дискорд обязательно. 50-тысячному участнику выдадим топовые роли. Да. Ого. Сережа, выходи, подлый трус. Так, осторожно, он выходит, он заходит. Так, он еще никого, да, не убил, пацаны? Никого. Нет, никого. Я только укусил одного. Серега, ну давай ты, пускачкин сын. Он огурец укусил. Огурец, вонючий, выходи сюда. Жабья морда. Да ты... Ну жабья морда, ну выходи, ну я хочу тебя убить. Ой, Серега, давай так. Тихо, пацаны, мы сейчас... Ну жабья морда. Ну иди сюда, ну пожалуйста. Ну все, ну что ты, Серега? Честно, я немножко запереживал. Ну жизни у меня 100. Кстати, а у нас бессмертие не включено? Ну стойте, дайте я посмотрю. Да не включено, не включено. А, все отлично, я уже запереживал, что о чем мне сотка, если вроде дамаг был на мне. Значит, дамага не было. Так, где оно? Вот он, пацаны. Делайте так, чтобы коридор был пустой, но мы друг друга замочим. Так, давайте я здесь буду. Пацаны, встречаем его. О, давайте все будем воевать с ним в столовке. Мне кажется, это хорошая идея. Но... Давай, Серега, мы тебя ждем. А, Серегу опять убили. Ты не жалеешь, что мы оружие используем? Нет. Хорошо, Серега молодец, держится. Так, заходите, закрывайте. Все, теперь мы можем обороняться здесь. Так, Дэн, осторожно, мы чуть не замочили. Кто, он уже сюда пришел? Да. Ого, вон он, я вижу. Ой, господи, меня чуть не убил. Осторожно, осторожно. Он кого-то дамажного видел. Ничего, ничего, мы его сейчас убьем. Есть, есть, молодец, медвежонок. Так, пацаны, мы вообще молодцы. Нашу базу не сломать. Ну что, Серега, попробуй, дойди до нас. А, он, блин, а, он, дайте, ребят. Вот он! Эй, ты как зашел сюда? Ну все, прощай, ты не выйдешь отсюда живым. Все. Я за жопу укусил зайца. Ладно, пацаны, я пошел. Я его не боюсь. А, 28 хп, да, осталось? Хорошо. Че, Дим? Ну все, его убили, красиво, к стене пригвоздили. Ну, Дима, я так вас потихонечку буду... Ну, у меня уже 28 хп, понимаешь, еще разок? Уже трех укусил, я уже. Ну все, сейчас резко мы станем все хэдкрабами. А меня подстрелили. Ну не бойся. Поплачь, меньше писать будешь. Сережа. Сами пули нормально будут. А ты где? А я в Караганде. Я его видел. Вот, крякает, слышу. Его балет, Сережа. Уже 5 минут не может нас убить. Патроны кончились. На, да тебе в живот, дробашом. Не, ну Серега, ну ты хорошо прыгал, но не до конца. Вот топает здесь прям. Ой, хакает. Вот он, вот он. Есть, попал. Ты какая мишень, надо прям хорошо попасть. Попал, 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 я ж вижу. Ём! Прям на голову! Ой, извиняюсь. А ты молодец, Серега. Мне понравилось, как ты замочил. А я поддался. Да ладно, если честно, я не ожидал, что ты так красиво убьешь меня. Все, Дима, теперь нас двое. Да, теперь это мы будем плохо. С тобой вместе. Видишь, я выждал момент, пока ты распал. О, Дима, мочи, мочи огурцы. А, блин, не могу, есть. О, я его... Так, нас уже трое. Серега, ты молодец. Хорошо играешь. Три хэдкраба. Так, сейчас вы резко нападем, пацаны, вы уже не выдержите этот натиск. Дима, надо толпой нападать. Да? Не, а вы где? Толпой.
Я у столовки сейчас. Я уже в столовке самой. Отвлекаю. Не подойди, как нам, там опасно очень. Вот я вижу, один есть. Вот, вот, о чем я и говорил. Я практически допрыгнул. Серега, молодец. Видите, тактика толпой сработала. Есть, я еще одного убил. Отстань от меня. Я дамажу зайца. Отлично, Серега, ну что? Поймал его, Дима. У него от зайца бедного. Давайте. Я закрываю дверь, чтобы он не выбежал. Все, не выбежит, пацаны. Дверь закрыта. Ну что, тварь, за всех хэдкрабов сейчас тебе будем мстить. Иди сюда, жопа ты такая. Мочите его, мочите. Так, ждем. И, смотрите, делаем красивый прыжок. Да отстаньте от меня. Ты умрешь здесь, есть. Есть, молодцы. Мы всех поймали, Дим. Нет. Еще нет? Кого? Дэн. Может, он тут в нычке? Вот, я так и знал, что он там сидит. В нычке? Да, в нычке был. Красиво меня убил. Понятно, такого. Нет, это красивая позиция. Смотрите, как он там стоит четко. Мочите его. Все, его замочили. Все? Да, я его замочил. Молодец. Так, ну что, Дэн, раз ты был последний, значит, ты начинаешь второй раунд. Дима, отойди, я тут окна. Ух ты, ой, ничего, ой. Серега тут делает нам баррикаду. Это чтоб они запрыгнули. Он уже тут. Извини, ты был хорошей мишенью. Вы просто все обученные стрелки годами, тысячелетиями наиграны. Это баррикада у нас тут. Нормально, Серега, это чтобы нас через окно не захапал. А, ты думаешь, это поможет? Ну да, ну тут, считай, пространство меньше. Ну все, давайте ждем его. Мне кажется, труднее будет запрыгнуть. Мне кажется, он даже не сможет пройти сюда просто. У нас столько пушек. Жихни. Ну я же как-то вас замочил тут. Не, ну мы поддавались тебе на самом деле, Серега. Да, это правда. Это я вам поддавался. А вы слышите эти лапки? Он за скамейкой там, короче, стоял. А я не боюсь его, пацаны. Чего вы его боитесь? Ты где? Я за шкафом прячусь. Мы очень хорошая команда. Вы чего боитесь? Он вправо. Он тут. А вот он, я вижу его. Так, будьте внимательны. Так, давай, щенок, иди сюда. Щенок. Ай, по голове-то, по ногам не стреляй. Куда пройти, огурец вонючий? Вонючая бычка. Серега, иди. Я стух. А какое же оружие ты берешь, Серега, обычно? Дробовик. Дробовик? Нет. А вы двери за собой закрываете, я буду с магнумом. Вам что тут, трамвай? Да. Все, пацаны. А где он? Мне кажется, он никогда не сможет, Серега, нас убить. Это ты профессионал. Ага, не сможет. О, убила! Блин, да я ж только сказал, что мы нормально играем. Вы чё? А кого он убил? А я не так и не понял. Огуречика, плеймаркет. Плеймаркет, ну что ты? А он подзадал. Я не плеймаркет, это моя кличка. Вот он. Ого, с одного раза. Магнум, пацаны. С одного раза мочит. Прыгает где-то. Быстро выходи, щенок. Он слева. Вот они. А меня за что? Сейчас я перезаряжусь. А ну все, его надолго не хватает. Они тут, пацаны, долго не держатся. Дима, давай ты левую, я правую сторону. Закрывай дверь за собой, ё-моё. Все, давай, я понял. Перекрестный огонь. А я буду центр чекать. А вы где? О! Вы ты чё меня гранату кидаешь? А то я не в тебя, я простреливаю просто этот вход. Вот это ты уже любил. Смотри, что я сделал, ты видел? Я убил одного из них. Я видел, молодец, хорошо, да. Я иду, у меня граната летит. Ну будь осторожен. Я буду. Это ради баланса вселенной. Ой, Дима, я Дэна убил. Молодец, это гранаткой? Молодцы, молодцы, досточка как раз. Теперь обед готов. Я перезаряжаюсь. Сейчас убьем, не переживай. Хорош. Серега лучше играл, мне кажется. Да мы поддались ему. Хотя Серега 5 минут никого убить не мог. А что ты тут стоишь, голова пластиковая? Ой, я не... Сейчас ты доиграешься, сейчас ты доиграешься. Я умер, Дима. Тебя убили? Да. Серега, ты покинул нас, на кого? На хэдкрабов. Понятно. Есть.
Сейчас, подожди. Иди сюда, Дима, это я. А это ты, Серега, ну прощай. Что? Friendly fire. А пацаны, я не хотел, извините. Я иду тебе мстить. Иди сюда. Все. Блин, пацаны, Дима, ваша... Все. Да я держался долго, но как-то не могу попасть. Тяжело, да, в кот крабов попадать, пацаны? Чё, кто остался? Кто остался? Я еще. А, вы еще живы? А, ну все, пацаны. Так, инфу, где они? Балди кабинет. Дима, все. Да, они тут. Где? Они в секретном проходе. А, иду. Вижу это. Если вы друг друга убьете, то все, тоже будете кот крабами. Так там только один. Один бежит по коридору, закрывает дверь. Ай, сразу я ранил туда. Меня, больно. На гранату. Ай, больно, убило. А, Плеймарка, почему ты ходишь за живого? Это же уже умер. А, ой, блин. Так, пацаны, давайте, идите ко мне сюда в секретную комнату. Там, где столовка, я вас жду. Ой, блин. Серега. Все, у тебя последний. Я бегу. Я последний? Так, он, короче, там стоит с автоматами. Идите сюда, иди. Иди, открывай двери резко и заходи. Давай, иди. Мгновенная смерть. Вообще никак. Просто без вариантов. Пацаны, идите. Потом я за тобой резко иду, давай. Да все, он убил сам себя. А, ну ты молодец. Я знал, что ты умный человек. Я поддался. Так, ну что? Я еще остался. А, еще один остался. Пацаны, все, включаем поиск. Где он может быть? Кто остался? А кто остался последний? Я. А, Хип. О, я вижу. Где-то он тут. Его. А где он? Вот он бежит к столовой. А где? Какой у него скин? Человека-паука. Человек-паук. Он у кабинета директора. А ну-ка, подождите, может он опять здесь? Он убежал. Ой, спасибо. Молодцы, вы классно играете. Ребят, вот сумка. Я нашел его. Где он? Я тоже. Ай, ну короче, вон он. Вижу его, пацаны, преследую. Блин, он хорошо стреляет, однако. Вот это. У него автоим, все понятно. Бежит по коридору. Его убили. Блин, нет, он живой еще. Все, убили. Готово. Убили, молодцы, пацаны. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, всем пока. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока. 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 Пока-пока.